современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире Эпиграф. Почему Великий Рубинс, один из самых дорогих и востребованных художников, дипломат, и кто он больше художник и дипломат, еще нужно разобраться, под конец жизни чувствовал себя несчастным. Какие тайны хранит Венеция, любимый город Великого? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 4 сентября, 16.00 по московскому времени. В эфире передачи «Эпиграф». Ваш Осман по современной литературе. Сегодня в студии на радио «Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях писатель Елена Сельстин. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Ну что ж, мы продолжаем рассказывать о новинках книжного рынка. И если честно, сегодня для меня особенный разговор. Почему? Потому что тема, которая. естественно, романы, о которых мы будем сегодня говорить, и тема очень близки мне, сам недавно закончил и опубликовал статью о Тициане, поэтому есть о чем поговорить, в конце концов, <свят> и про Венецию в том числе. Ну и мы поговорим сегодня о новой серии издательства «Эксмо», издательства, с книгами которых мы, конечно же, вас знакомили, дорогие друзья. И э, это серия «Тайны великих художников», и сегодня мы будем разгадывать тайны двух великих художников. Как вы уже поняли из моих каверзных вопросов, это, конечно же, Питер Пауль Рубенс, флома... великий фламандский художник. Я уже сказал, я уже сделал такую детективную интригу, кто он больше, дипломат, от... и, ну, читай, шпион, читай, еще кто-то, да, либо великий художник, и Тициан, конечно, вот уникальнейший. Да? И мы, конечно же, будем говорить сегодня о двух книгах, которые написала моя гостья, писатель Елена Селестин. Это «Зеркало Рубинса» и «Тициан. Любовь земная и небесная». Совершенно вот это, это те книги, которые лично я очень ждал на самом деле, потому что я проглотил книжку «Зеркало Рубинса» буквально за два дня. Два-три дня. За два-три дня я ее проглотил, с удовольствием читал, потому что Текст очень насыщенный, и то, что я люблю в литературе. Текст очень культурно насыщенный, там столько а, каких-то культурных слоев и вопросов, которые, о которых просто интересно поговорить сегодня. И вот такая счастливая возможность у меня сегодня есть. Будем говорить с писателем. Конечно, уже у, у нас сегодня будет рубрика, а, Книга Мания и наш книгодетектив Людмила Александрова сегодня как раз будет а, рассказывать нам о мирах великого и ужасного Стивена Кинга. И я напоминаю, что у нас есть партнерский проект, вот наша э, дружественная передача о, о кино «Раскадровка», и в четверг будет прямой, эфи, э, будет прямой эфир передачи, где как раз э, э, значит, наши коллеги Алексей Васихин и Людмила Александрова будут говорить о экранизации Стивена Кинга «Оно». Вот, а сегодня как раз в рубрике «Книгомания» нам Людмила александрова это расскажет про нашего Кинга-то, нашего Кинга, Стивена-то, нашего Кинга, прошу прощения. И, конечно же, у нас сегодня розыгрыш книжной викторины. Вы можете выиграть вот такую книжку, вот, вот такую замечательную книжечку, видите? Валерий Бачков роман Харон, это издательство Эксмо он уряд русской премии. Это его такая так, так называемая русская трилогия. Вот, и вы можете выиграть эту книжку, если ответите на назовете четырех великих титанов эпохи Ренессанса. Вот назовите нам четырех великих титанов Ренессанса, эта книжка будет ваша. Ну и переходим мы все-таки к первой книге. Елена Селестина, это книга Зеркало Рубинса». И вопрос, естественно, Елена, у меня напрашивает сам собой, почему вы решили погрузиться в тайной живопись, особенно в тайной Пауля, Питера Пауля Рубинса? Спасибо, во-первых, Игорь, за ваш искренний интерес такой какой-то неподдельный, я бы сказала. Но что меня волновало с Рубинсом сразу? Дело в том, что художник, великий художник, здесь двойственная, очень парадоксальная фигура. В чем? Во-первых, мы сегодня смотрим и можем, ну, условно говоря, потрогать вещи, которые они произвели, из воздуха, своим талантом, из красок. Вот был человек, жил в XV, как Тициан, или в шестнадцатом в XVII веке, как Рубенс, угу. и, и он создал вещи, которые сегодня мы можем видеть. Эти артефакты, которые стали символами эпохи, отражением эпохи созданные вот, талантом одного человека или бригады, предположим. Это говоря о Рубинсе. Но ну, сейчас не об этом. И второе, что меня э, очень заинтриговало сразу, когда я погрузилась в материал о Рубинсе, а произошло это давно, э, меня заинтриговало то, что существуют схемы трактовки биографий э, великих художников и с Рубинсом это безусловно так и я не знаю помнят ли другие читатели но я эту схему помню там со времен э, статьи в журнале Работница вот Рубинс был такой мама у него была очень умная поэтому он стал прекрасным художником потом добрым дипломатом который боролся за мир во всем мире у него было две жены и до свидания и из этих схем мы почти никогда не выходим а если читать первоисточники то получается что вопросов возникает очень много и соответственно интриг сюжетов и трактовок. Uh -huh, uh -huh. Ну, Рубинс, безусловно, вот художник, нужно сказать, что я не очень много знал о Рубинсе, да, ну, скажем так, я знал ровно столько, сколько знает человек, который интересуется живописью, особенно живописью, фламандской живописью или живописью итальянского периода Ренессанса, да, и вот о то я вот готов, готов поговорить, о Рубинсе, в общем-то, знал больше, ну, вот из того, что я просто видел те картины, которые я видел то, что я о нем читал. Безусловно, мне безумно интересно было а, читать роман. И, и роман, ну, он сразу практически тебя погружает в какие-то невероятные интриги и коллизии с, а, опять же, с его взаимоотношениями. Вот это отдельный у меня вопрос с его взаимоотношением, да, с Вандейком, да. А, и вообще, а, знаете, вот, вы, когда вы описываете в романе в мастерскую Рубинса, меня невольно напрашивается совершенно другой Человек, который был не столь, не столь, может быть, у него не было какой-то дипломатической да, карьеры, но который, о котором ходили тоже такие слухи и не живописец, это Александр Дюма, да, отец, да, про которого тоже говорили, про вот первые эти литературные рабы, да, пишущие Бригада. для него романы и так далее. И, э, безумно про это интересно читать, потому что, мне кажется, это тот материал, который, который которого, ну, обычный читатель... Не, не искусствовед, да, незнакомый, например, глубоко с историей живописи, ну, мне, мне кажется, это просто интересно, во-первых. Вот вас, захватил, вас захватила личность, мне всегда это интересно, что писателю больше цепляет, личность или история? То есть вот он историю сразу видит, или ему интересна личность, он начинает копать, он, вот он архивистом становится, таким летописцем, или же вот человек, который, которого покоряет история, и вот он этой истории служит. Я уже сказала, что здесь меня история не столько покоряла, сколько провоцировала. И я уверена, что любой писатель изначально это очень это страстный читатель. Uh -huh. И у меня как-то, как мы говорили, перед передачей, действительно, потоком шел материал вот эта книга о Рубинсе на английском, на разных языках, на французском. И ты читаешь, сравниваешь, ничего не сходится. Или, допустим, даешь письма, непонятно как сохранившиеся, матери Рубинса в тюрьму его отцу. Эти письма прекрасные, написанные в XVI веке, даешь читать. Своему... Яну Рубинсу, да, я так понимаю? Да, Яну Рубинсу. И ты даешь читать своим друзьям известным литераторам или редакторам, и говоришь: ну правда же это литература, это придумано, это или подделано. То есть иногда бывает, знаете, что тебя интригует, когда материала по персонажу очень мало, а здесь его избыточно много, и как будто он э, сфабрикован. Uh -huh. И ты как идешь по следу, где-то возмущаешься или кричишь: как же так? дорогая редакция, и придумываешь, ну что это могло быть? Угу. То есть вы себя чувствовали вот детективом в этом случае? Да, я чувствовала себя, во-первых, человеком, который должен как-то по-другому соединить э, взаимосвязи и концы, и, как я уже сказала, прежде всего посмотреть свежим взглядом, угу. выйти из этих схем потому что они никакой не злой волей, но просто инерции человеческого восприятия нам навязаны и достаточно давно. Угу. Вот э, тогда немножко о романе, потому что мы очень много. Вот я бы уже навосторгался уже, мне кажется, Подошли, ми, да, Минут да. минуты на три да, на роман. Но действительно, роман читается, во-первых, ну, читается увлекательный и читаешь его как детектив, но в хорошем смысле как детектив. То есть, вот эта детективная интрига, какие-то шифры, собирания антиквариата, да, какие-то вот связанные почти мистические, с соприкосновения. И очень интересно сам материал. Но я уже начал рассказывать про роман. Я предоставлю все-таки автору рассказать про свой роман. Вот как писался роман ⁇ Зеркало Рубинса ⁇ и почему вы написали его именно так? Вот Расскажите о нем вообще, как, как он написан. Сначала собралось, как я сказала, много для меня вопросов к материалам по Рубинсу. Я их, наверное, в пять рубрик где-то э, оформила. То есть действительно у меня первое было тайна рождения. Второе ⁇ это продуктивность нечеловеческая и успешность продвижения э, продукта. И в связи с этим взаимоотношения с самым гениальным его сотрудником Ван Дейком — это вторая тема. Третье ⁇ это парадоксальная работа одного человека на пять государств и соответственно здесь письма и шифры разные четвертое сама среда его взаимоотношения предположим с элитой Англии сейчас только об этом скажем и там его личные отношения с герцогом Бекингемом которого воспитал в свою очередь Фрэнсис Бекон. то есть э, такие люди которые остались в истории и если мы упоминаем Дюма Uh -huh. Совершенно в другом контексте. И пятое, вот это обогащение, в конце концов, то ли удачливость. Ну, то есть, действительно, царь медас. Я думаю, что уже так я достаточно парадоксов перечислила, но. У меня еще есть в запасе пара вопросов. Вот как вы выбрали, скажем, структуру, по которой вы бы стали работать, вы стали работать с этим романом? Потому что действительно, когда перечислять просто перечисление героев романа, кроме истории, вот истории, которые ты слышишь совершенно от другого героя, да, не от Рубинса, истории его рождения, Яна Рубинса, да, вот история его отца Яна Рубинса, законника и очень образованного человека в свое время, протестанта, да. и вот, вот это вот и существование их во времена вот этих религиозных войн, католическо-протестантских войн в Европе безумно очень интересно. Кардинал Ришелье, Бекингем, Фрэнсис Бекон, вы упоминаете скажем, вопрос шекспировский вопрос, которым у меня, у меня очень четкое внимание да, я, я, ну там, конечно же, вы, вы просто касаетесь, как вот как будто бы подсказываете, что вопрос с Рубинсом тоже, в общем-то, очень-очень непростой, да? А, вот как вы все-таки пришли, ну, как вы решили а, рассказать эту историю? Ведь все это соединить практически в одном романе, мне казалось, ну, штука невероятная. Невероятно сложная, на мой взгляд. Ну, действительно, когда ты долго в каком-то потоке существуешь, то подсказки приходят, да? И что касается вот этой точки которую мне нужна была для объяснения непосредственно зеркала Рубинса. Не будем говорить вообще, что это такое. Uh -huh. Вдруг тоже книжки мне пришлись на эту тему. И, то есть это был отдельный интерес, и какое-то мне нужно было все-таки, чтобы произошло вот волшебство тайна. Потому что какие-то лакуны, э, как то, что до 30 с лишним лет Рубинс... При этом не написал, не создал ничего замечательного, ни одной картины почти, которая известна. Что-то такое очень слабое. Мне нужно было это объяснить. И раз и тоже появились какие-то подсказки. А что касается... Англии и вот этого времени, то мне тоже это безумно интересен поток, связанный с Шекспиром и Фрэнсисом Бэконом. И дело в том, что как у меня еще соединились вот два потока трактовок, что я действительно в свое время прочла у Фрэнсиса Бекона, что сильное государство строится на великом искусстве. Uh -huh. А для меня, как для человека искусства и как для жены художника, это очень важно. И, ну, естественно, и Шекспир — это великое искусство, архитектура — это искусство. Но в данном случае они тоже все интересовались и реально в реальном времени тогда скупали огромные коллекции античного искусства. И это не потому, что у них была какая-то абстрактная цель набить свои залы этими бюстами, а потому что считалось, что шифры гармонии, заложенные античными мастерами, помогают э, создать базис государства. Очень высокопарно получается, угу. но можно это закавычить в мысль Бекона. Угу. Ну, вообще, очень интересно, действительно, потому что когда... Э, ну, тут я не думаю, что есть какое-то соревнование с э, Дюма П.Р. да? с Дюма нет, отцом, нет. потому что Дюма-то, по, по моему мнению, это действительно такой исторический фантаст. Абсолютно. <laughs> да. он, он, он совершенно не был озабочен никакой достоверностью. А, и я считаю, что это определенная свобода. А то, что я люблю, чтобы у меня все сходилось... Я думаю, что это даже и комплекс своеобразный, uh -huh. но у меня, как бы в голове, все должно сходиться. Ну, безумно симпатичный Бекингем, конечно, в вашем <с романе. То есть к нему проникаешь с такой симпатией неподдельной, его последняя фраза, которую он говорит, да. Ну, то есть, это вот знаете, мне кажется, что история складывается из деталей, да. И когда детали начинают противоречить друг другу, вот истории нет. Здесь вот как раз я, в этом романе я не увидел вот этих деталей, которые противоречили. Я увидел недосказанность, но это и, и естественно, потому что мы ответов не знаем. То есть здесь какие-то а, полунамеки, да, и намеки на это. Но вот все же в Рубинсе больше кого было, а, а, дипломата, художника. Что вообще это за личность была и почему вот он так притягателен, притягателен сегодня для нас? Рубинс притягателен потому что еще раз скажу, но проще всего ответить так, что действительно вещи, которые он создал, остались э, очень качественными, они остались. Э, артефактами своей эпохи, ну хотя бы вот этот дом, который uh -huh. он выстроил, который правда было его разбомбили в двадцатом веке во время Второй мировой, но когда сейчас его восстановили понимаете, в начале 17 века придумать, что у тебя прозрачный купол над огромной мастерской и вокруг по второму этажу галерея, где посетители могут следить за работой художников в мастерской. Это его вот материальное творение. Далее его полотна. И то, что они связаны, это не только религиозные многофигурные композиции, но это удивительно симпатичные, например, портреты собственных детей. Это, как я про Бекингема стала думать, это такой красивый э, человек. Э, вот рисунок, ну это, наверное рисунок Мелом, этот эскиз к портрету Бекингема. Mm -hmm. То есть действительно рисунок у Рубинса был прекрасным. И потом то, что он сотрудничал и вот эти многофигурные композиции со Снайдерсом, и с Брейгелем-младшим. С, Брейгелем -младшим, и mm -hmm. с, с Яном же... Брейгелем, да? Да, да, с Яном Брейгелем-Бархатным, mm -hmm. и с Ван Дейком. Ну, это же все таки такой, знаете, организатор, продюсер, ну, будем говорить, правда, можно сказать, монументальной пропаганды, угу. потому что то время, о котором вы упомянули, и я всегда внутренне улыбаюсь, что это время нам, ну, в кавычках, конечно, но легко представить по а, вот этому, по книге Тиль Улиншпигель, да? Угу. Почему-то мы, да, Шарль да, де да, да, Шарля де Костера, который мы, я с детства почему-то все время пыталась ее читать. Потом нам показывали прекрасное кино да, Алого Наумова. Угу. И там немножечко даже были какие-то кивки в сторону Брегеля старшего. Потом мы смотрели Тиля с прекрасным Караченцевым. То есть вообще-то мы в своем культурном пространстве, в своей стране были все время погружены в этот конфликт середины XVI века. Uh -huh. И когда конфликт закончился, уже после рождения Рубенса, и когда э, Рубенс возмужал и вернулся в Антверпен из Италии, родился он в Германии, то как раз э, стояла задача у испанской части Фландрии, у Южной Фландрии, в отличие от протестантской Голландии, э, стояла задача тоже опять в кавычках пропаганды католичество э, с человеческим или с новым лицом что да мы выстыли, uh -huh. и это может быть не мы убили столько людей 30 лет назад как там испанское бешенство на uh -huh. территории фландрии мы ну, там Герцог Альба, да, то, 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 что, Резня, да, да. То, то, что видел Питер Брейгель своими глазами, то, что он пытался отразить, например, да. в картине «Покаяние апостола Павла», где он в виде апостола Павла Герцога Альба да, изобразил. Конечно, ужасно. И почему именно пепел Класса стучал в сердце uh -huh. Улиншпигеля. И Рубенс работал на этот социальный заказ на протяжении как раз... Ну, 20 лет своей карьеры расцвета. Угу. Он это и делал, и деньги, особенно от ордена иезуитов, текли рекой. Но он выполнял это блестяще. В любом случае, дорогие друзья, я тут даже не буду спрашивать, ну, ст странно спрашивать писателя, читать ли вашу книгу или нет. Понятно, что любой писатель скажет, конечно, читать. Но я скажу за писателя сегодня, что да, читать, и а, книга читается невероятно интересно, и а, даже если вы знакомы с историей живописи, она, уверяю вас, перед вами поставит очень много интересных вопросов, на которые, ну, вот я, у меня нет ответов, да, и мне хочется их найти. Поэтому, конечно же, Зеркало Рубинса прочитайте. Кстати, вот этот вопрос: что же такое зеркало Рубинса? На него ответит сам роман. И я, я бы не, даже не хотел а, таких спойлеров давать, а, что же такое зеркало Рубинса. Прочитайте а, это действительно стоит того, чтобы, а, чтобы прочитать роман да, хотя бы ответ на этот вопрос. Но там очень много действительно исторических параллелей и интересных смыслов, которые а, будут интересны очень широкому читателю. Мы сейчас. Прервемся, и вот сейчас как раз время для нашей постоянной рубрики ⁇ Книгомания ⁇ Наш книгодетектив Людмила Александрова на этот раз проведет нас по загадочным, туманным, иногда слишком мрачноватым, но всегда интересным мирам Стивена Кинга. Книгомания. Всем привет! Это Людмила Александрова и книгомания. Почему я говорю таким страшным голосом? Да потому что на этой неделе в российский прокат выходит оно. Экранизация одного из лучших романов короля ужасов Стивена Кинга. Многие произведения Кинга в пух и прах были разнесены критиками, зато другие, наоборот, получили награды и признание. Газета «Нью-Йорк Таймс» однажды дала писателю такую характеристику это автор довольно интересный, но нелепой бессмыслицы. И все же Стивен Кинг – автор и продуктивный, и универсальный. Ему подвластен просто любой жанр. Триллеры, вспомним, мизри, Новеллы и романы, например, «Мешок с костями» и сборник повестей «Четыре сезона». Криминальные драмы «Мистер Мерседес». Кстати, по роману сняли шикарный сериал с Брэндоном Глисоном, который можно посмотреть прямо сейчас. Дальше. М -м, постапокалиптика. Противостояние. Фэнтези. Цикл романов «Темная башня». Также Перу Кинга принадлежит величайший молодежный роман всех времен. «Долгая прогулка». Кстати, страшилка ради страшилки не метод Кинга. Он не ломает голову, чем бы таким нас напугать. Что такое эдакое должно бумкнуть в ночи. Он думает о том, к чему впоследствии этот бум сможет побудить героев. Достойный пример – «Сияние». История Джека Торренса, выздоравливающего алкоголика и писателя, который вместе с семьей переезжает жить в пустынный отель. Где-то на задворках географии. Ничего хорошего из этого, естественно, не выходит. И это откровенно жуткий пример того, что самые страшные монстры и демоны таятся в нас самих. Сияние ⁇ самая личная работа Кинга, ведь ему не пришлось далеко идти за примером писателя алкоголика. Для Стивена его собственный жизненный опыт ⁇ то, что должно быть использовано в книгах при любом удобном случае. Факты биографии, например, пагубные зависимости, преподавание, ДТП с почти летальным исходом, рок-н-ролл, старение, вновь и вновь всплывают в его работах. Так, например, оригинальная идея книги ⁇ Кладбище домашних животных ⁇ пришла в голову писателя в 1978 году, когда он преподавал в университете штата Мэн. Семья писателя арендовала дом у оживленной дороги, которая унесла жизни многих домашних любимцев. И соседские дети создали для них кладбище – поле недалеко от дома Кингов. Из этой детали получилась самая честная и правдивая книга о смерти и о том, как с ней справляться. Как к Кингу приходят его сюжеты. В молодости он, подобно другим писателям, составлял планы будущих произведений. Тогда он еще шел от идеи. Последним идейным романом стало «Воспламеняющее взглядом». После этого исходным пунктом его творчества стал образ вот что он говорит в интервью: Образ это ментальная фотография, настолько сильная, что в конце концов вызывает к жизни характеры и события, как ультразвуковой свисток заставляет отозваться всех псов округе. По признанию Кинга, «Зеленая миля» началась с образа огромного негра, запертого в маленькой тюремной камере. «Буря столетия» тоже родилась из образа, связанного с тюрьмой. Но на этот раз в камере был заперт белый человек, и не добрый, а очень злой. Кинг вспоминает. Каждый раз, когда моя мысль к нему возвращалась, за рулем машины, в кабинете окулиста или, хуже того, ночью, во время бессонницы, при выключенном свете, он оказывался все более страшным, этот человек все так же сидел на нарах и не шевелился, но был каждый раз чуть страшнее. Чуть меньше похож на человека и чуть больше на, скажем, на то, что было под этой оболочкой. Зловещий клоун из «Оно» — это тоже образ, да еще какой. Также Стивен Кинг написал интересное эссе о том, почему мы смотрим фильмы ужасов и читаем мистические и леденящие душу истории, в том числе его авторство. Вот отрывок из этого эссе. Когда мы платим 4 или 5 баксов и усаживаемся в десятом ряду кинотеатра за просмотром фильма ужасов, мы бросаем кошмару вызов. Такой фильм вызывает к худшим нашим проявлениям. Он высвобождает наши патологии, самые базовые инстинкты и делает явью самые отвратительные наши фантазии. Лично я предпочитаю смотреть самые агрессивные из фильмов ужасов. К примеру, «Рассвет мертвецов». Для того, чтобы поднять дверцу клетки своего цивилизованного рассудка, и закинуть корзину сырого мяса голодным аллигаторам, которые плавают в этой подземной реке. Зачем так утруждать себя? Да потому что это не дает им выползти наружу, дружище. Это держит их внизу, а меня наверху. Леннон и Маккартни сказали, что все, что нам нужно, это любовь. И я готов с этим согласиться. Пока аллигаторы накормлены. Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96. Ох, нагнала страсти Людмила Александрова с этим Стивеном Кингом. Кстати, вы знаете, буквально прошло, увидел небольшую информацию о том, что некая организация или ассоциация российских клоунов выступила за отмену показа премьеры значит, фильма «Оно» по роману Стивена Кинга, потому что он демонизирует образ клоуна. Вот так вот, не иначе. Запретить, понимаете, значит, Стивена Кинга на, на территории Федерации но не будем о грустном мы возвращаемся из неуютных мрачноватых миров Стивена Кинга в не могу сказать что вот уж очень-то уютные времена итальянского ренессанса и я напоминаю что у меня в гостях сегодня это передача о книгах эпиграф у меня в гостях сегодня замечательный писатель Елена Селестин. мы уже поговорили о тайнах Питера Пауля рубинса знаменитого великого фламандского художника, дипломата, шпиона. Да кто он еще там? Собиратель античности, личность практически мистическая на уровне, мне кажется, нашего Рериха. Вот просто вот кажется иногда, да? Он, конечно, не такого масштаба был человек, но тоже, в общем-то, да, загадочный весьма. И а, это, этот роман вышел в новой серии «Тайны великих художников». Вот, Елена, вы не знаете, какие еще планируются книги вот в, это, в, этой, в этой серии Я-то знаю, что там был составлен список из 17 художников первого ряда. Угу. Но пока э, написаны две, да, еще другие писатели присоединились. И я думаю, что пока не будем говорить. Uh -huh. И мне, например, после Рубенса и Тициана очень интересно написать о художнике XX века, чтобы так уже не нести все время не идти с табличкой "я как там писатель исторического". Плана. Ну, взять Матисы, в конце концов. Нет, а Матис не входит в художников первого ряда. Угу. Ну, это же очень все условно, угу. конечно. Очень ну условно. да, безусловно. Мне кажется, тут интереснее личность самого художника, чем а, делить его на перворядный или не перворядный. Вообще в, в, очень интересно. Знаете, в, знаете, какой художник перед картиной, я, которого я заплакал? Вот не угадайте: Ван Гог, прогулка заключенных. Я всю жизнь ä, считал, не любил Ван Гога, пока не увидел его в подлиннике. Mm -hmm. И когда ты встаешь перед его миром, да, ты понимаешь, что это ну, часто мир болезненный, иногда больной, да. Но ты встаешь перед реальностью, ты смотришь на эту прогулку заключенную, ты понимаешь, что вложил в жизни. Да ты, собственно, и на, и на, ну, я тогда не формулировал, почему я плакал. Просто я заплакал от ну, вот от тех эмоций, которые получил от картин. Мне кажется, великая живопись, это как раз та самая, вот, это, это живопись, которая вызывает такие бурные эмоции, да? когда ты смотришь на великие шедевры, и, безусловно, одни, один из любимых моих художников, это Тициан Вичелло, Декадоры, да, совершенно замечательный, и вот этому художнику посвящен роман моей гости, роман Тициан «Любовь земная небесная», вот Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к, вот, уже к мысли написать о Тицане после Рубинса? Да? Рубенс, который, который копировал Тицана, который и, и картины Тициана... А он собирал. его боготворил Рубинс, который с, с 3 или 1602-1603 по восьмой год провел в Италии, бесконечно копировал и учился у Тициана. Может быть, это один из таких, одно из простых объяснений феномена Рубенса, что он э, и в Риме копировал Микеланджело бесконечно, но Тициана как мастера красок и тогда уже масляных, как раз когда Тициан э, был юным, переходил Происходил переход в живописи э, с, с темперы на масло. Mm -hmm. И учитель Тициана Джованни Беллини как раз работал и темперой, и маслом. А Тициан за те 90 или 100 лет, ну, в общем, науке это неизвестно. Он да, все, всегда... все тоже борются, вот сколько <с он прожил и сколько ему исполнилось, когда он последний мазок сделал и скончался за обеденным столом в одиночестве. Вы знаете, это дело в том, что там объяснения здесь в данном случае достаточно простые. Просто уже пожилой Тициан, который, между прочим, человеком грамотным никогда не был, угу. и его помощник писал письма королю... А латыни, да. А да. латынь как раз была признаком образованности того Конечно. времени. Конечно. Да. А, а Каролин, например... У Тициана было много денег, он все и заработал, но известно, что чем более знатен заказчик, ну, в общем, королей не любят платить, и ему это было обидно. И поэтому, когда он был пожилой, его помощник там, Племянник, что ли, писал эти письма Что, ну вот, мне уже 90 лет А вы все никак не платите За то, что я для вас написал 20 лет назад И э, во многом О его возрасте судят По этим письмам угу. Он очень, вероятно, себе прибавил Но разброс там небольшой То ли прожил 93 То ли 98 то ли но, 100, в общем, да, то ли, для да. тех времен Очень долго Хотя Вазари как раз называет точную дату его рождения, да, вот, но тоже есть разные мнения, как относиться к Вазари, который сам, собственно говоря, знал Тициана и был при знаменитой встрече Микеланджело, то есть э, учителя ну, Тициан любил Микеланджело, боготворил его и копировал э, Рафаэля. кстати, находясь, насколько я помню, в зените, в, ну, в зрелом возрасте, он продолжал копировать э, картины Рафаэля то есть это мне всегда импонировало в Тициане. Вот он продолжал работать и продолжал учиться. Мне всегда это импонировало в Тициане. Ну а как же, Игорь, если предположим молодой человек приехал в мегаполис, ну с братом они приехали, десять-двенадцать, с, Франческо, 12... с Франческом, да? Да-да-да, с, с братом. Но можно сказать из деревни? Но ты приехал в какое-то совершенно волшебное место. Это Венеция, где все э, блистает, где все переливается, где такие красивые куртизанки, такие возможности. А ты даже не умеешь по латыни читать. Ты, в общем-то, человек из глубокой провинции и недоучка. И у тебя нет блестящего происхождения, как у Джорджонэ. Mm -hmm. И поэтому. Э, собственно, в моем романе действительно жизнь Тициана такая длинная, что я уже как бы не то что устав, а с Рубинсом уже понимаю, что не стоит брать всю огромную жизнь. Я как раз посвятила свое внимание тому, чтобы для себя осмыслить, каким образом этот юноша из провинции смог стать первым но стать тоже не диво в Венеции, где было таких, может быть, десятки чистолюбивых и прекрасных художников. Но удержать это первенство, вот это было, конечно, это был большой вопрос. И поэтому в моем романе где-то промежуток времени лет 7-8, вот именно когда э, этот юноша, честолюбивый и, конечно, трудолюбивый, переходит на новый уровень, где перед ним открываются возможности. И, кстати сказать, достаточно рано он становится, была такая у них должность, соляной посредник, то есть э, главный художник Венеции. Ну да, они же, жив... он там, если, если я не ошибаюсь, битва при Прикадуре, да, он писал картину 20 лет. Да, его, ему за эти 20 лет платили. Это он мурыжил заказчик. Да, да, да. Ну, он как бы его, как, например, ну, все города, которые соревновались, вот, кстати, о Венеции вы заговорили, куча тем сразу появилась, да, для разговора. Это что называется, материал, который сам по себе просится о том, чтобы писать, да, он сам по себе хочет, то есть, мне кажется, это Венеция, это один из, должен быть один из героев романа. Вот это так у вас. Я очень много думала о Венецции, изучала Венецию и всякие эти тайные места и улочки. И потом я вот вам скажу определенно, это так, но это где-то у меня в бэкграунде. Угу. Я поняла, что этот прием, настолько часто используется в фильмах и в книгах, и действительно это очень привлекательно. И, конечно, Венеция — это как будто иной мир, иное пространство. Но я почему-то подумала, что, ну, например, я когда я пишу роман о Москве, если я родилась и живу в Москве. Я же не буду писать, ну, там, я вышла на улицу Новослободской, вдруг uh -huh. слева от меня возник где-то вдалеке Кремль, а справа там еще там, что там бывает, Новослободской. Я же так не изъясняюсь, правильно? Я просто спокойно существую э, в Москве. Точно так же я подумала, что я не буду каждую минуту повторять, э, вдоль какого канала он идет и что он перед собой видит потому что он существует в Венеции. Но, естественно, само существование его искусства, значит, его судьба, сама фигура Тициана — это часть Венеции, которая ну, для нас... Венеция — это вот то великое искусство, которое было создано в XV веке и в XVI, и это часть нашей европейской культуры и здесь Джорджон, и Тициан и далее Веронезе и Тинторетто неотделимы uh -huh. от этого непостижимого города. Дело в том, что я не знаю, как другие люди, я не могу его постичь и объяснить себе. Uh -huh. Ну, здесь очень интересно, вот опять же несколько <laughs> несколько таких тем: во-первых, конечно же, Венеция э, привлекает тем периодом, да, то есть в когда уже, э, скажем, Тициан становится известным художником, Венеция процветающий город. И я уже сказал, что вот ну, крупные города Италии они борются за то, чтобы у них были свои живописцы, ну, там В Риме э, на троне восседают уже маститы Микеланджело и Рафаэль. Да, в Флоренция это Леонардо да Винчи, да? и Венеция. Вот как раз вы упоминали Джорджони, вот все время не хватает контекста, потому что а, этот момент очень, очень важный, да. Джорджони же называли тенью Тициана, да, то есть они вместе с вы а, у Белини нарисовали, а, да. они расписывали одни, в общем-то, да. одни соборы. Да. И да. тут чума он носит Джорджони, и многие говорят о том, что многие искусствоведы, исследователи, а, ж, ну, биографы Тициана, в том числе и Азарик, кстати, сказать, да, вот тот самый, который присутствовал при знаменитом разговоре Микеланджело и Тицианы, который это описал, и благодаря которому мы и, и это можем прочитать, да, как, 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 скажем, свидетелем этого всего. Вот, Джорджони, какая роль все-таки в, в, в жизни Тициана была, на ваш взгляд? Давайте два слова о Вазаре еще да. расскажем. Угу. Меня тоже, как пишущего человека, в постоянно раздражает, потому что, с одной стороны, это, безусловно, литературный памятник, который все запомнил. А с другой стороны, вот представьте, что в XIX веке, ну, в любом другом веке, ну, девятнадцатый, был всего лишь один человек, который и тоже художник, который про всех все написал. И вот у меня душа протестует против того, чтобы верить Азаре uh -huh. как документу. Uh -huh. Ну, ладно, это одно. Но он действительно пишет о Тициане, он где-то противоречит самому себе. Он пишет, но в это же время, когда Тициан молод, кроме того, что жив еще Джорджоне, приезжает в Венецию и Леонардо, например, и там несколько лет живет Альбрехт Дюрер. И никак не может уехать, потому что Дюрер э, говорит, что здесь совершенно другая атмосфера, что воздух здесь искрится, ну и кроме того в этом городе очень много денег. Дюржу вообще не хочется в эту Германию, понимаете? Mm -hmm. Здесь можно писать, например, обнаженное тело, не только можно, но здесь очень много людей у тебя купят эти картины, а в Германии там совершенно другая обстановка. Это Дюрер, который совершенно точно встречался с Беллини, учителем. Тициана, Тициана да. и вот Джорджоны. Представьте себе, что Тициан это огромный, но ну он физически просто был великаном. Его звали Великан из Кадора. Кадор это деревушка в Альпах, где он родился. И вот это ну, так недалеко от Венеции, да? Так ну очень... туда еще севернее и там даже диалект другой. Ведь в это время Италия раздроблена, и каждая область говорит на своем диалекте. Кроме эталонной латыни существует, ну, Венеция — это Венето и так далее. А там Фриули вообще какой-то древний диалект. И, наверное, когда они с братом приехали, они просто над ними элементарно смеялись, Тициан и его брат Франческо, mm -hmm. братья Вичеллио. Ну вот, и он к Беллине попал, и там бывает Дюрер, а Джорджоне его ровесник... Джорджоне практически ровесник Тициана, но, во-первых, это человек дворянского происхождения, во-вторых, он физически красив, в-третьих, он очень образован, и э, вокруг поклонники Джорджоне. Джорджоне это большой Джорджо, Джорджо да Кастельфранко. Джорджоне, поклонники Джорджоны не могут решить, что в этом прекрасном юноше, какой талант больше, музыканта, композитора или художника. И вот все вокруг рукоплещут Джорджоне, а Тициан, он, он просто пашет у Беллини. Вот такое было на начало. Угу. Ну, Джорджоне умирает от чумы как раз в таком, скажем, раннем возрасте. Uh, и ну, это очень сильно влияет на Тициана, потому что это был близкий друг Тициана, и многие говорили, что и соперник. Но они вот очень интересно, если говорить о Венеции, Венеция вообще это такой город интриг, мне кажется, да, то есть да, вот да. эти должи, которые которых, чтобы ä, ты стать должен Венеции, ты должен там так, 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 такому стандарту соответствовать, в том числе и материальному, да, что вот, ну вот не знаю. Кто может, какого, как, то есть это такие олигархи боровшиеся за власть там в Венеции, да, и вот это все протекает внутри. Да и не только за власть в Венеции, что само собой, но дело в том, что э, я вот сейчас осознала, что это был такой очень большой конкурс интеллекта. Именно потому, что Венеция, конечно, была удобным портом и контролировала Адриатику, но при этом она захватила Кипр, она контролировала Далмацию, там огромную область, и постоянно еще захватывала так называемые это terra да? ну твердая земля, то есть земли суши на Пенинском полуострове. И считалось, и не только этот ее совет десяти со шпионами там, и совет, большой совет, состоящий из двух тысяч туда выбирались, две тысячи Нобелей, книга благородных людей Нобелей, золотая книга Венеции. Только оттуда отбирались претенденты. Но если посмотреть литературу и э, информацию того времени других европейских государств, самые зловредные, самые умные и самые хитро... какие-то хитроумные посланники – это венецианцы. Mm -hmm. Вечно они что-то интригуют и всех ссорят. Там это и в Лондоне, и в Париже. Вот самый вредный всегда при дворе шпион – это точно венецианец. И, в общем, Тициан в своей карьере, конечно, таких каких-то шагов и каких-то таких кризисных моментов не избежал. Mm -hmm. Ну, к сожалению, у нас подходит время уже к концу, а вопросов еще много, безусловно, есть о чем поговорить. В любом случае, я так понимаю, книга должна выйти, книга Тициан «Любовь земная и небесная» должна выйти в Эксмо в октябре, да? Да. В, в октябре, и тоже, естественно, я, безусловно, приобрету и, буду, и, и прочитаю вот это, Спасибо. после Рубинса. Очень интересно, тем более, что это тот, тот самый период, тот самый художник, который очень, о котором очень интересно читать. У нас есть победитель нашей книжной викторины. Ирина, она ответила Леонардо Дисерпьеро да Винчи, Тициан Вечелю, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти. Да, вы совершенно правы. Четыре титана Ренессанса. И если завершать разговор о Венеции, Венеция удивительный город, потому что если Ренессанс в Риме и в Италии, в общем-то, завершился со смертью Рафаэля Санти, то Венеция своими талантами, своими гениальными художниками продлил Ренессанс, эпоху Ренессанса на сто лет. И uh, эта тема паче интересно uh, будет читать в романе. Вот мои гости, Елена Селестин. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, uh, читайте книги, читайте uh, вот книги, о которых мы сегодня говорили. Uh, большое спасибо, Елен что пришли. Спасибо, Игорь. да, и мне очень было приятно, безусловно, говорить о таких очень культурных, по крайней мере, о таком очень культурно-насыщенном романе, да, как uh, роман «Дзеркало Рубинса», и, безусловно, я буду ждать книги о Тициане, и очень советую нашим радиослушателям присоединиться к этой моей страстном желании да, приобрести этот роман. И в любом случае, я думаю, что, например, на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» вы можете приобрести уже роман и Тициан, и Рубинса, а Рубинса можно уже приобрести сейчас. Так да. что да. читайте умные книги, будьте лучше. Спасибо, Спасибо Елена, еще доброго. раз, и до встречи в эфире на Радио вас. До свидания.